Здравствуйте, меня зовут Богдан. Я барабанщик группы Premier Project. По приглашению в студии Чижевский Lessons я вам расскажу о том инструменте, на котором я люблю играть. Я начал заниматься музыкой примерно в 13 лет. Так вышло, что начал заниматься музыкой с освоения игры на гитаре. Так вышло, что моему однокласснику подарили гитару, он пришел в школу и начал хвастаться, мол, мне купили гитару, мой дядя меня начинает учить играть на гитаре, рассказывает мне, что такое аккорды, как вообще все там происходит в музыкальном плане. И мне стало тоже очень интересно. Я пошел к папе, спрашиваю, как там вообще играть на гитаре, как это вообще все происходит. А я знаю, что он умеет играть на гитаре, чисто как любитель, знает там пару аккордов. Но он мне не смог объяснить, как это, как это все происходит, там, как это правильно делать. И этот вопрос меня мучил и мучил, я не знал, к кому обратиться. И пошел в музыкальную школу. Мы с мамой пошли в музыкальную школу, записались к преподавателю, и я начал заниматься на гитаре. Во время занятий в музыкальной школе начал разгораться интерес. Я проходил произведения, которые были по музыкальной программе, а также брал домой дополнительные песни с аккордами и старался что-то петь под гитару, так чтобы можно было сыграть друзьям, с кем-то в компании. Но потом, ближе к окончанию музыкальной школы, у меня начало проявляться желание играть на барабанах. Вернусь чуть назад, так вышло, что изначально у меня появилось желание играть на барабанах, но когда я пошел в музыкальную школу, там не оказалось барабанного отделения, поэтому я начал заниматься гитарой. Но желание играть на барабанах не покидало меня никогда. И ближе к окончанию музыкальной школы я нашел такое, скажем, творческое пространство. Оно находилось в 9-й гимназии. Там был мужчина-преподаватель, который мог базово ознакомить с игрой на каждом инструменте. Он сам играл на гитаре, бас-гитаре, клавишах, барабанах. И он преподавал каждый из этих инструментов, но специализировался он больше, конечно, на игре на гитаре и вокале. То есть на барабанах он не мог ничего конкретно показать, поэтому я начал сначала ходить к нему и играть что-то на электрогитаре. Мне тоже это было очень интересно первое время. После музыкальной школы электрогитара это был как глоток свежего воздуха, это было что-то новое, необычное. После классических этюдов было очень прикольно сыграть что-то в роковом ключе, такое что-то драйвовое на перегрузе. Но у него там также были барабаны, и когда он уходил, просто уходил там на перекур или по своим делам, я не мог удержаться и садился за барабан и начинал что-то играть. До этого я уже имел представление о том, как это делается. Смотрел очень много концертов, слушал много разной музыки и понимал предназначение каждого барабана, образно, и пытался что-то играть на барабанах. И однажды он просто зашел, услышал, как я играю, и с тех пор он начал меня уговаривать оставить занятия на гитаре и начать более усердно заниматься на барабанах. И вот тут очень важный момент, с которым может столкнуться каждый начинающий ученик или желающий играть на инструменте. Момент выбора. Я очень сильно сомневался, стоит ли мне начинать осваивать новый инструмент, потому что очень много времени было потрачено в музыкальной школе. Я 5 лет прозанимался в музыкальной школе и не знал, стоит ли обратно начинать заниматься на чем-то новом, пробовать что-то новое и тратить тоже достаточно много времени до появления какого-то первого результата. Ходил в этих сомнениях, мучился, но этот мужчина, он помог мне, подтолкнул меня принять правильное решение. Просто в один момент он сказал, что
он меня хочет взять в качестве барабанщика в свой проект, и что через несколько месяцев мы он планирует исполнить кавер-программу из песен Джимми Хендрикса на годовщину его смерти. Мы хотели подготовить программу. Вот. Это все мероприятие должно было проходить в Диком Зайте. Он составил программу каверов, которые мы разучили бы к этому мероприятию. И, собственно, таким образом я начал заниматься на барабанах. Мы начали разбирать эти песни. И так вот я влился в эту барабанную тему. Далее я расскажу о том, как вообще проходят занятия на барабанах. Подход в этом деле очень индивидуальный. Первым делом нужно учесть такой момент. Ученик, который приходит, он приходит заниматься с нуля, или у него уже есть некоторые базовые знания о барабанах, о том, как правильно сидеть, отвлекать звук, о предназначении барабанов, тарелок, какие-то базовые познания о ритмических фигурах, рисунках, заполнениях. Исходя из этого, обычно строят программу занятий. Если человек приходит заниматься не с нуля и имеет какие-то познания, желательно, чтобы он продемонстрировал, что он умеет. И задача преподавателя в этом случае поработать над теми ошибками, которые он уже успел допустить, когда занимался либо самостоятельно, либо с другим преподавателем. Устранить эти ошибки. Просто если этого не сделать на начальных этапах, это будет мешать ему развиваться в дальнейшем и осваивать более сложные приемы. Если же человек пришел заниматься с нуля, то в этом случае нужно рассматривать такие базовые моменты, как правильная посадка за установкой, постановка рук и правильный удар. Освоив эти базовые моменты, можно двигаться дальше и постепенно разучивать различные ритмические рисунки, фигуры. Сначала на малом барабане, а потом подключать большой барабан и хай-хэт. И на этой тройке пробовать исполнять уже какие-то простейшие ритмические фигуры. Проблемы, с которыми могут сталкиваться люди, которые пришли заниматься на барабанах, достаточно разнообразны. И на начальных этапах эти проблемы могут поспособствовать тому, что человек просто теряет интерес и бросает занятия и делает вывод, что это просто не его. Среди этих проблем можно упомянуть такие, как нехватка инструмента, бессистемные занятия и ошибки, допущенные на начальном этапе, мешающие развитию. Очень важно, чтобы ученик занимался с преподавателем, который действительно хорошо разбирается в том, о чем он говорит, и чтобы этих ошибок поначалу вообще не возникало, поскольку исправлять ошибки будет гораздо сложнее, чем учиться чему-то новому. Бессистемные занятия тоже такая очень характерная проблема, поскольку ученик ставит себе какие-то маленькие цели, например, разучить какое-то заполнение или ритмический рисунок, или даже песню, и разучив ее, он теряет интерес к инструменту и перестает заниматься. Нехватка инструмента – это практически… Ну, с этой проблемой сталкивается практически каждый начинающий. Я с ней столкнулся также. Своя барабанная установка появилась у меня не скоро, и это очень неудобно. Постоянно искать какие-то помещения, репетиционные точки, на которых можно было бы позаниматься самому, либо поиграть с коллективом. Гораздо удобнее, когда установка у тебя находится либо дома, либо вот в таком творческом пространстве, как эта студия. Поскольку я начинал занятия на барабанах сразу с игры в музыкальном коллективе, далее расскажу преимущества таких занятий и какие положительные результаты это может дать. Игра в музыкальном коллективе – это в первую очередь обмен опытом.
озвучиваете композиции, вы учитесь играть друг с другом, взаимодействовать. Это очень важно как на начальных этапах, так и в дальнейшем. Это поможет развиваться каждому из вас в своем направлении. Это, по сути, совместное развитие. И если каждый горит занятиями на своем инструменте, то это даст только положительные плюсы как в развитии каждого из участников группы, так и в вашем личном развитии. Занятия на барабанах – это очень важный момент, который помогает продвинуться, поскольку занятия с преподавателем – это как бы только какая-то часть успеха. Преподаватель вам дает информацию, но большую часть времени вам нужно заниматься дома и осваивать приемы, о которых он вам рассказал, применять это в композициях, учиться снимать произведения, песни на слух. Первое время, когда я занимался на барабанах, я это делал на различных репетиционных точках, как только появлялась возможность. Старался делать это как можно чаще, но, как правило, я учился на различных песнях, я снимал просто партии на слух, разучивал их и репетировали эти песни с группой. Таким образом, сыгрывались и совместно росли. И вот здесь очень важный момент, что заниматься на барабанах можно в этой студии как с преподавателем, так и отдельно приходить и заниматься самостоятельно, либо под присмотром этого же преподавателя, он будет корректировать на ходу ваши ошибки, какие-то неточности, подсказывать, как это сделать правильно. К сожалению, у меня такого человека не было, поэтому приходилось учиться на собственных ошибках. Это занимает гораздо больше времени, и результат приходит гораздо позже. Поэтому изначально лучше заниматься с преподавателем, чтобы потом не приходилось исправлять ошибки, переучиваться, и все в таком ключе. Далее я расскажу о живой установке барабанной и электронной установке. Сравним их, расскажу о плюсах и минусах. Вот здесь перед вами живая барабанная установка, которая состоит из большого барабана, малого барабана, подвесных томов, флор-тома и набора тарелок хай-хэт, крэш и райд. Преимущество барабанной установки в том, что она ощущается совсем по-другому. Это, не знаю, когда я хотел играть на барабанах, я мечтал все время играть именно на живой барабанной установке. Но на тот момент я не знал, что существуют различные вариации электронных установок. Барабанная установка живая – это что-то такое значимое, объемное. Совершенно другие ощущения при игре на живой ударной установке. Но есть и некоторые недостатки. Конкретно если рассматривать занятия в домашней обстановке, то живая установка, она достаточно шумная, занимает много места. Очень сложно дома оборудовать какое-то подобие студии. Для домашних занятий предпочтительнее электронная установка, которая занимает гораздо меньше места, состоит из таких же компонентов, из такого же набора барабанов, но их не нужно настраивать, они всегда звучат идеально. Недостатком такой установки является то, что она стоит чуть дороже. Перед вами здесь установка чуть выше среднего уровня, достаточно хорошая. Стоимость ориентировочного данного для этой установки, то есть вот для человека, который захочет заниматься барабанами, приблизительно на какую сумму можно ориентироваться для приобретения такой средней барабанной установки? Ну смотрите, можно рассмотреть БУ варианты и найти установку живую в районе $400. Цена приемлемая.
принципе. Да, цена приемлема, качество и состояние будет, в принципе, за эти деньги удовлетворительное, хорошее. Спокойно можно заниматься будет дома. Также для занятий дома, в принципе, подходит живая установка, но для этого ее нужно немножко переоборудовать. Вот здесь установлены пластики, ну, для полноценной игры, для громкой, скажем так, игры. А можно ее оборудовать не такими пластиками, а кевларовыми сетками. То есть, по сути, вместо этих пластиков будут стоять кевларовые сетки, и это позволит заниматься вообще в беззвучном режиме. То есть вы будете играть по барабанам, звук они будут, ну, они практически не будут издавать никакого звука. Чтобы заниматься дома с использованием тарелок живых, специально предназначены, есть такие резиновые накладки, и вы будете бить по тарелке, она тоже не будет издавать никакого звука, но ощущения от живой установки и от использования живой установки у вас будет присутствовать. То есть заниматься можно дома, в принципе, и на живой установке, но для этого нужно ее чуть переоборудовать. А что еще надо? Может быть, надо какой-то наушники, минус какой-то слушать, метроном, что-то играть? Да, как я занимаюсь дома, я сейчас расскажу. Живая установка у меня появилась несколько лет назад дома. Так сложилось, что я живу в частном доме, и хорошо, что с соседями нет никаких проблем, поэтому я оставил установку вот с такими же громкими пластиками, ничего не менял. Стоят у меня живые тарелки, то есть все звучит достаточно громко, но, слава богу, соседи пока что мне не обращались и не жаловались. Ну, естественно, я занимаюсь только днем. Как я занимаюсь? Если мне нужно снять какую-то песню, разучить ее, я беру, ставлю ноутбук рядом, запускаю композицию, сначала ее один раз прослушиваю, примерно понимаю, какая структура песни, стараюсь запомнить ритмические рисунки, скажем так, композиции. Вставляю наушники и начинаю играть. Проигрываю так песню несколько раз. У меня уже в памяти откладывается, что идет, зачем, какая форма у этой композиции, сколько куплетов, припевов, грубо говоря. Далее я стараюсь выслушивать какие-то детали, заполнения, какие-то синкопы, акценты. То есть стараюсь более глубоко снять композицию и как можно больше мелочей услышать и запомнить. То есть я просто ставлю ноутбук, композицию запускаю и под нее играю. Таким образом я и занимаюсь дома. Но также важным моментом является занятие под метроном. Поскольку барабанщик — это вообще сердце коллектива, это основа всего, с хорошим ровным барабанщиком группа звучит качественно. Если у барабанщика что-то не получается, идет не так, то общее звучание сразу же портится, это слышно со стороны, и общее звучание коллектива, оно уже не так выгодно звучит. Занятие под метроном — это вообще отдельная история. Метроном — это такой прибор, который отсчитывает количество ударов в минуту. То есть метроном задает вам темп. Каким образом заниматься под метроном? Вы выставляете, например, 60 ударов в минуту. Это достаточно медленный темп, но все упражнения и ритмические рисунки нужно разбирать именно в таком медленном темпе. Вы выставляете 60 ударов в минуту, метроном тикает, и вы стараетесь попадать четко в метроном. Сейчас я попытаюсь продемонстрировать это. Допустим, вот хай-хэт — это будет метроном. И как можно заниматься под метроном? Отсчитывал мне доли, и я играл четверти, восьмые и шестнадцатые поверх
грубо говоря, метронома. Чтобы разбирать что-то под метроном дома, не обязательно иметь наличие барабанной установки, живой или электронной. Минимум, что нужно для занятий дома, это наличие резинового пэда. Резиновый пэд — это кусок резины, грубо говоря, приклеенный на деревянную платформу. Вы его ставите на любую поверхность, берете в руки палочки и начинаете разучивать какие-то комбинации правой, левой, единички, двоечки, играть четвертями, восьмыми, шестнадцатыми. И все это делаете под метроном, и таким образом вы вырабатываете чувство ритма, ощущение времени. Это все вам пригодится потом при исполнении песен. А за сколько времени можно освоить начальный уровень барабана? Что-то уже сыграть? Ну, это очень индивидуально. Сложно так сказать, но я думаю, что спустя где-то 3 месяца занятий, имея уверенное, серьезное желание, я думаю, что-то уже начнет получаться. Ну, с какого возраста вы рекомендуете начать заниматься барабанами? И есть ли разница между девочками и мальчиками? Советовал бы я заниматься, наверное. Ну, как только появляется у ребенка вот четкое понимание, желание, что он хочет вот на барабанах играть, что ему это интересно, что ему это нравится. И уже с тех пор можно разучивать какие-то простые комбинации руками, что-то исполнять на резиновом пэде, привыкать к палочкам, к ощущению этому. Но я думаю, что лет с 10 можно браться, можно и раньше, в принципе. А доставать будет до барабана? Ну, тоже зависит, конечно, от ребенка. Но можно построить занятие таким образом, что сначала мы будем разбирать постановку рук, звукоизвлечение руками, а потом уже через время подключать ноги. То есть, когда он будет иметь уже понимание длительностей, уметь играть четверти, восьмые, шестнадцатые комбинации, вариации, тогда можно уже подключать ноги и осваивать игру на большом барабане, как хэхэте, осваивать положение ноги на педали и все нюансы, связанные с игрой ногами. Ну, еще вопрос, как будет происходить занятие, то есть построение структуры урока? То есть какая-то вводная часть это, или сразу практика непосредственно? Ну, разумеется, с самого начала должно быть знакомство с учеником. Нужно с ним немного побеседовать, узнать, что бы он хотел, с чего бы он бы хотел начать, какие он цели вообще преследует, какая музыка ему нравится. Просто, ну, разные же есть ученики. Кто-то приходит, там, говорит, я хочу играть вот эти вот песни. Мне нравится группа, там, Metallica, Led Zeppelin, Deep Purple, я не знаю. И говорит, я вот хотел бы быть похожим на вот этого барабанщика, играть бы эти же партии. Кто-то приходит и не знает вообще, что он бы хотел. Тут уже тогда задача преподавателя как-то направить ребенка. И построить занятия просто поэтапно, не сразу грузить его всем материалом, чтобы он потом просто отказался вообще. Мы говорим только о детях, а взрослые же тоже могут заниматься этим работой. Конечно. То есть я пришел попробовать у вас взять урок для того, чтобы понять, интересно, неинтересно, и в дальнейшем. Да, конечно. Да. То есть надо больше для души говорить, чем для каких-то определенных целей. Но на первом уроке обычно происходит вот общение, как я уже сказал, для определения целей. Далее идет ознакомление с элементами ударной установки и их предназначением. То есть я рассказываю о барабанах, о
их предназначении, о том, что это бас-бочка, это малый барабан, это тарелки, томы, напольный том. И рассказываю, для чего они предназначены и что вообще на них можно исполнить. А можно на первом уроке уже что-то попытаться сыграть? Ну, это простейший риф, если сесть, просто показать человеку, как это сделать. Да, конечно. В принципе, это возможно. То есть, в принципе, оно же получается, только стилистически можно по-разному играть. Можно играть рок-н-ролл, можно играть фанк. Вот. Расскажи о разных стилях, как они звучат, может быть, покажешь. У каждого музыкального стиля есть, скажем так, свои особенности, и есть такие барабанщики, которые в основном играют просто определенные направления в музыке. Быть универсальным музыкантом, ну, не просто, достаточно сложно, и на барабанах это, я думаю, что гораздо сложнее, чем на других инструментах, ну, не знаю, мне так, по крайней мере, кажется. Самым простым и сложным направлением, наверное, является рок-музыка. И именно с нее я начинал осваивать игру на барабанах. В рок-музыке ключевое значение отводится громкой плотной бас-бочке и четкому громкому пробивному малому барабану, поскольку, как правило, в рок-группах одна или две гитары, звук достаточно громкий, перегруженный, и не просто пробить звучание гитары и вокала. Поэтому приходится прикладываться достаточно так серьезно. Ну, также существуют и другие направления, как фанк, свинг, рок-н-ролл. В фанке больше важно ощущение, важно как бы прокачивать, и важна очень вторая доля, звучание малого барабана тоже должно быть достаточно громким. Но фанк-музыка, она, как правило, такая более ломаная, синкопированная. В свинге главная роль отводится тарелке райд. Сейчас.
Ну, роковые самые простые. Вот известную партию, можно сказать, роковую, вот как, какую вот все знают, как, самая такая вот на слуху, что это может быть. Ну, если самое простое, то это что-нибудь из ACDC, это... Да, конечно, можно, но ощущения будут при игре на электронных барабанах совершенно другие. Электронные барабаны, они несоизмеримы с живыми. Ну, правда, сейчас вот последние установки выходят примерно с такими же размерами барабанов, но они не такие глубокие. То есть электронная установка, она гораздо компактнее, там гораздо меньше бас-барабан. И остальные барабаны тоже гораздо меньше, то есть на начальном этапе, наверное, сложнее будет четко попадать в барабаны, но... Ну там же надо их куда-то включить еще, если на какие-то колонки нужно. Какое нужно оборудование еще для электронного барабана? Сколько они стоят? На электронных барабанах, ну, можно заниматься, не обязательно для этого нужны колонки, можно заниматься просто в наушнике, то есть включаете наушники в электронную барабанную установку, и все, что вы играете, вы будете слышать в наушниках. Электронные барабанные установки хорошего такого средней ценовой категории начинаются где-то с $500, но в эту цену уже входят тарелки и барабаны. Когда вы покупаете живую установку, тарелки в комплекте не идут, вам приходится их покупать отдельно. Тарелки, стойки. Вы платите, покупая барабаны, только за установку и за крепления, на которых крепятся ваши подвесные альты. Когда вы покупаете электронную установку, вы покупаете установку целиком, в которую входят и стойки, и электронные тарелки, на которых электронные тарелки, которые крепятся на стойках, и барабаны, и педаль базового уровня, тарелка хай-хета, педаль хай-хета. То есть вы покупаете целиком установку, вам не нужно искать дополнительные компоненты, вы просто покупаете, садитесь и играете дома. В качестве подведения итога хочу сказать, что терпение и труд все перетрут. Спасибо вам за внимание. С вами был Богдан. До новых встреч. Удачи. Спасибо.